Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». Жестокое убийство произошло в это воскресенье в Брестской области. Там молодая девушка нанесла своему мужу не менее 50 ударов ножом. В этот день супруги выпивали, поссорились, мадам и схватилась за нож. На шум прибежал сосед, которому девушка, как ни в чем не бывало, и рассказала о преступлении. Возбуждено уголовное дело за убийство с особой жестокостью. Гомельская милиция начала использовать квадрокоптеры. Говорят, с их помощью будут находить тех, кто любит выпивать алкоголь в общественных местах. Опробовали квадрокоптер уже на прошлых выходных. С его помощью нашли компанию, где любили сверкать бутылками. Приехала милиция и попросила ребят разойтись. С новой серьезной проблемой столкнулись в Поднебесной. Там 150 тысяч человек эвакуировали из-за стада слонов, которые просто мигрируют. Свой путь они начали в апреле месяце. С тех пор прошли 1300 километров. За ними следят 25 тысяч полицейских и 1000 квадрокоптеров. Их еще приходится и кормить. Съедено уже 180 тонн. Все это обходится Поднебесной в миллионы долларов.